Районный центр. Новый парк имени Фазыла Юлдаша. У его памятника собрались общественники и представители интеллигенции. Они возложили цветы к монументу поэта. Узбекский бахши, поэт-сказитель, народный фольклор, творец. Это все про Фазыла Юлдаша Оглы. Он же исполнитель эпоса «Алпамыш». Обладая великолепной памятью, мог с любого места начать петь большие по объему и многослужные эпические песни. Йотгер, Ширин Вашакяр и другие. Он наизусть знал больше 70 поэм разных. Например, как «Алпамыш», «Гороглы», «Кунтугмыш», «Авасхан», вот, «Равшанхан». Когда фольклористы записывали его поэмы, удивлялись его памяти. По случаю 150-летия известного народного бахши в Булунгурском районе открыт дом-музей. Здесь организованы выставка и собраны экспонаты, непосредственно связанные с именем и творчеством народного бахши. Наряду с этим благоустроена прилегающая к музею территория. На площади более 1 гектара земли создан парк культуры и отдыха. Ну а в центре дворика музея установлен бюст Фазыла Юлдаша Оглы. Изящное пение, музыкальное сопровождение, костюмы, эпический фольклор, неспешно рассказывающий о любви, преданности родине, ее истории и судьбе обычных людей, пропитан житейской мудростью. Величие искусства бахши призывает каждого стать чище и благороднее. И в развитие этого искусства вклад Фазыла, бахши неоценим. Мероприятие продолжилось республиканским конкурсом бахши, в котором со своими выступлениями приняли участие мастера из разных уголков нашей страны. Вот моя, да, да, да.